Здравствуйте! Я держу в руках Лобзик Хаммер LZK-700A мощностью в 700 Вт, предназначенный для распила дерева, металла, кафеля. Как и во всех современных моделях, здесь есть электронная регулировка оборотов до 3000 в минуту. Скорость резки можно существенно увеличить за счет функции трехступенчатого маятникового хода. Все это обеспечивает высокую производительность и точность реза, самое важное при использовании таких инструментов. Литая подошва и прочный корпус делает лобзик особо устойчивым к повреждениям. Кстати, подошва фиксируется под разными углами для распилов под углом. Лобзик легкий, поэтому с ним удобно работать в течение длительного времени. Дополнительный комфорт обеспечит блокировка кнопки пуска. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.